Политех для меня это в первую очередь возможность получить профессиональные навыки, получить знания, но кроме этого и развить свои социальные навыки, получить полезные знакомства. И я провела в политехе уже, я учусь сейчас 8-й год здесь, и политех дал мне очень много и в профессиональной сфере, и в плане друзей, общения и развития различных других навыков. И, конечно, политех очень объединяет и дает возможность развиваться в очень разных направлениях, сферах. На мой взгляд, амбассадор — это человек, который поднимает, поддерживает имидж политехнического университета и является представителем вуза в внешних каких-то взаимодействиях, в профессиональном сообществе в первую очередь, и который является таким проводником между студентами и работодателями, профессиональными компаниями и сообществами.